Стой! Сдай назад! Сдай назад и вот сюда выйди, вот сюда, не сюда, а вот сюда. Давай сразу поймаем его и вытащим. Нет. Газу! Давай! Не спеши! Давай. Пару слов по поездке. Это нестандартные места. Ракурсы всякие такие интересные. Вот. Как у него прет. Ты видел, да? Вообще, если бы не веревка, он подумал бы сам. Леш, ты единственный, кто сам пока едет. Откуда комары в январе, Серег? А там сместилось что-то на планете. Самый ярый бирбист отказывается цепляться за сокол. Говорит, что он сам. Полный ящик себе налил. Мало газу? Мало. Слушай, какое это гиблое место, Михаил. Да капец, ты меня всего испачкал, ты гляди. Да. Ты просто грязный весь. Да, на парневом посмотри. Вот они похожи на грязных. Говорят, там арматуру кто-то кинул, Олег. Батон по ходу. Серега, батон. Экшн, говорит, мало. Потихоньку скидывал. Скидывал арматуру, да? Еще. Слушай, да. Конкретно, значит, это арматура. Но ты, походу, не один ведь, да? Еще. Есть, у меня еще один напарник. Смотри, где он? Опа. Вот еще один, да, значит, у нас тут присел. Ага. Миш, а ты в курсе, что этот батон накидал арматуры? Догадывался. Он шел первый, короче, и скидывал арматурку такую треугольную, заточенную. Дровосек. Дров на костер набрал.
Есть бетон, это бетон. Ну что, Сергей, что вы думаете по поводу проблем крайнего сервера? Это конкретная проблема, ребята, да, ее нужно решать. Куда ты, Михаил? Говно вытаскиваю. Берпи. Говно из прорубы вытаскиваю. Берпи. Нет, УАЗи. УАЗи? Опять реклама пошла. Да, опять реклама. Я думал, он берпи вытаскивает. Не-не-не-не. Теперь у нас новый, по кого можно обсуждать, это УАЗ. Пойдем посмотрим. Выруливай туда, да. Вот он, ускоритель просторов. Братцы, мы передаем вам привет с этой ясной зеленой поляны. Нас пока не так много, да, но мы в прекрасном расположении духа. Это, я так полагаю, команда Павлова. Ага. Кочка, кочка. КП, КП, КП. КП. Команда Павлова. Дима, стой! Это вот пацаны проплатили. Это проплаченные, проплаченные едут. Бесплатные вот в лужи торчат, а вот проплаченные.